И дальше уже, соответственно, это место используется в истории. Тарел, пожалуйста, попросим, и мы в конце. Это портфолио с грамм-пластинками записи речи товарища Сталина 11-го. Да, 11 декабря. 11 декабря – это день расстрела митрополита Серафима. День потрясающий. В это время он речь проводит. А вот это предписание московской тройки на расстрел. Это, соответственно, акты о приведении в исполнение расстрельных приговоров. 7 декабря было принято решение тройка о расстреле. В том числе, кстати, по этому же списку расстрельный владык Аркадий. Он здесь числится? Здесь, по-моему, он может быть на одном из... следующих листов. Вот он, да, вот он, вот ваш титул. Остальского. Его когда расстреляли? Его расстреляли 29-го. Видите, чекисты делали рукой пометки. Ноября. Декабря. Нет, декабря. Декабря. Они делали от руки, причем разного цвета карандашами пометки. А почему? Почему вот расстреляли только 29-го, мы теперь уже, видимо, никогда не узнаем. Но у них у всех разные даты. Ну, видите, разные даты, да и разные, разными карандашами. Они сами расстреливали, да? Они сами расстреливали и руководили расстрельной командой. Вот акт на 11 декабря Чичагов Леонид Михайлович, Серафим. Здорово, что это все вы достали, все эти документы. 11 декабря расстреляли. Это... Смотришь, даже какой-то кошмар. Просто... Это просто да. Уничтожение своего народа. Как так можно было? Никакой политической целесообразности этого объяснить невозможно. Это какая-то безобщина какая-то.